здравствуйте, дорогие друзья. Когда я уходил из дома, сейчас пришло три радостных сообщения. Это удивительно, без отрицательных каких-то вещей. Во-первых, наш виртуоз, прославленный Лоренцо Гудини, поправился, слава богу, у него отрицательный отец. То есть его не будет сегодня на концерте, но он здоров, слава богу. Вторая новость – это же вообще просто наши войска вернутся в Россию из Казахстана. ОДКБ, эти войска, потом Российская гвардия, СОБР, ОМОН. Они все вернутся, дорогие друзья. Это тоже радостная новость. И третья весть – это наш концерт на фестивале филармонии джазовой музыки. Что сказать о нашей программе, которая имеет тройное название «Долина блаженных», «Обреченные на счастье» и какая же еще у нас программа чудесная? «Обреченные на счастье» и «Улицы грез», конечно. Дело же в том, что в этих фантастических измерениях, в долине блаженных, на улицах грез, это имеется в виду пространство, где созревали все мелодии тех композиторов, которые написали нашу программу. Это утопическая и практическая сфера, в которой родились эти шедевры. Там, в долине блаженных, не имеет значения власть, деньги, богатство, слава, дома с охраной. Это совсем... Там не нужна прописка даже. Только чувство любви, которое движило этими людьми, которые написали эти мелодии, имеет громадный основополагающий смысл и значение в этих пространствах. Эти мелодии, они не... представляют невероятно сильное оружие, до сих пор это самое сильное оружие Соединенных Штатов. И не только Соединенных Штатов, а во всем мире все музыканты подпитываются этими волшебными энергиями. Но сами композиторы не вложили ни цента в сочинение этих замечательных шедевральных мелодических линий. Не было никаких инвестиций, так что это то, что вы услышите, это плод их бескорыстной любви. Итак, мы начнем наше выступление с программы, нашу программу с произведения чудесной супружеской пары Дороти Филдс и Джимми МакХью, которые написали мелодию «Exactly Like You», «Другой такой, как ты, не будет». Это супружеская пара, и герой текста восклицает: «Зачем посещать всякие концерты, шоу, когда ты устраиваешь такие сцены?» Я теперь прекрасно понимаю, что мама говорила истинную правду. «Другой такой, как ты, не будет». «Exactly Like You», Дороти Филдс и Джимми МакХью, 1924 год. Thank you.
Плодоносящее растение. Следующий прекрасный номер. О, это была вещь, которую мы сыграли самой первой в нашей концертной программе. И она является самым антикварным номером. 1914 год. Эрни Барнетт пишет мелодию «Come to me, my melancholy baby». В России эта мелодия прозвучала после смерти Сталина в 1954 году в кинофильме «Судьба солдата в Америке» или «Бурные 20-е». Это чудесный фильм, всем советую его посмотреть. Он сейчас в интернете находится под названием «Ревущие 20-е». Удивительно благородный, колоссальный фильм с прекрасной музыкой, интригой, очень проникновенный и благородный. Итак, мелодия «Come to me, my melancholy baby», счастье ее спеть выпало Айрин Бушер. Thank you.
Слава Эрни Баннеру! Замечательный человек, Бог послал ему не кусочек сыра, а чудесное вдохновение. Дорогие друзья, следующий прекрасный номер написан Билли Хиллом в 1935 году. Мелодия называется «The Glory of Love» – «Слава любви». Пока нас двое, и мы вместе, у нас есть мир и руки друг друга. О, конечно, будут потери, победы, немного смеха и слез, и, конечно, печаль. Ведь это и есть история и слава любви. Ари Буше и саксофон из Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, следующая пьеса имеет провиденциальное значение во время, когда жажда денег и ложь накрыли страну. Невозможно жить. И вот эта мелодия, она очень знаковая. И ее текст невероятный, написанный в 1927 году. Биаджо де Сильва, Лю Браун, Рэй Хендерсон. Мелодия называется «The best things in life are free». Лучшие вещи в жизни посылаются бесплатно, как божественный дар. Луна и сияющие звезды принадлежат каждому, цветы весной. Пение малиновки, сияние солнечных лучей, они твои и мои. И любовь, как и все лучшее в жизни, приходит ко всем, как дар, бесплатно.
И это нерушимое правило. И никакие ОДКБ не совладают с этим, не разрушат. Они ничего не прибавят к этому. Потому что самые главные важные вещи в жизни не технологичны. Это верность, самопожертвование, святость, любовь и сострадание. Вот об этом этот текст. The best things in life are free. Пьяджо, де Сильва, Лю Браун, Рэй Хендерсон. 1927 год. Айрин Буше, саксофон из Санкт-Петербурга. I would do anything for you. Я хотел бы что-нибудь сделать для тебя. Написали ее Алекс Хилл, Клод Хопкинс в 1932 году. Ну вот тут описаны его все инициативы. О, счастливая судьба! Радость бушует в моем сердце.
И я хотел бы что-то сделать для тебя. Я могу преодолеть просторы океана. А может быть, организовать маленькое путешествие на Марс? Я мог бы даже переступить порог смерти. О, в конце концов, я даже хотел бы пересчитать звезды. Лишь бы ты улыбнулась мне и сказала, что любишь меня. Планы, в конце концов, рушатся, все разваливается, но заканчивается хорошо. You had better.
Франческо Ди Роза. Франческо Ди Роза, чудесно. Дорогие друзья, самая большая честь для музыканта – это написать хорошую мелодию. Без хорошей мелодии все остальное – дымовая завеса. Это абсолютный критерий и правило. Франческо Ди Роза споет «Монумент», я бы сказал, Гарри Варрена, 1943 год. Гарри Варрен – это тот, кто написал музыку к «Серенаде Солнечной долины», к «Жёнам оркестрантов» и еще много чудесных мелодий. Она называется «You Never Know». «Когда ты уезжаешь, мое сердце устремляется вслед за тобой, повторяя в каждой молитве твое имя. И если до сих пор ты этого не чувствуешь, тебе никогда не понять, как сильно я люблю тебя». Франческо Ди Роза, саксофон из Санкт-Петербурга. И наша программа «Улицы Крюк» дарит предложение для обречённой и на счастье.
еще один прекрасный шедевр, написанный Элли Мэгидсоном и Врубелем. В 1939 году они взяли основную кольму из вальса Штрауса «Лаби Богу, лаби Богу». И написал текст Элли Врубель, а Мэгидсон написал всю остальную музыкальную картину. Мелодия называется «I can't love you any more than I do». «Я не могу любить тебя еще больше, чем люблю. Ведь мое сердце переполнено, и все мои мысли и чувства только о тебе». Перевод Андрея Антонова. Итак, Франческо ди Роза, «I can't love you any more than I do». Any more than I do.
написано Мейгенсоном и Брунелем. Дорогие друзья, еще один шедевр. Ну, конечно, благословен Бог, положивший всему предел. Она сейчас споет эту вещь, и мы сыграем заключительно. Итак, дорогие друзья, эта песня написана Дороти Филдс и Джимми Макхью. Это теми людьми, которые написали нашу первую пьесу «Exactly Like You». Это 1928 год. Мелодия написана к мюзиклу с одноименным названием. Молодая пара, еще не зарегистрировавшая, может быть, свой брак, стоит перед витриной шикарного ювелирного магазина и с сожалением наблюдают за теми украшениями дорогими, которые там лежат. И героиня говорит: «Я не могу ничего дать тебе, кроме любви, дорогой мой. И это то, что переполняет меня. Ты, конечно, можешь мечтать о своем и строить свои планы, и будь уверен, найдешь свое счастье и всего, чего ты так страстно желаешь. Я же просто мечтаю о том дне, когда ты будешь шикарно выглядеть. Но магазины Вулверта не торгуют драгоценностями, которые мне хотелось бы видеть на тебе. Но кое-что есть еще у меня, и это моя любовь, которую я буду посылать тебе, ибо не могу ничего дать тебе, кроме любви. I can give you anything but love, Франческо ди Роза».
Дорогие друзья, следующий номер вот такой веселый и в то же время трагический. Он посвящен Эдди Розену. Эдди Розен замечательный, хороший музыкант, прекрасный музыкант, трубач замечательный, с трагичной судьбой. Сталин отправил его на 17 лет в Магадан. Там он, конечно, занимался тоже с какими-то музыкантами. Одного музыканта он просто научил на трубе играть. И потом, когда мы год работали, у него же в последний год его существования оркестра мы работали у него. И этот трубач, которого он научил там в тюрьме играть, он играл в этом оркестре. Он устроил там драку вроде резни. И Рознер все равно его не выгнал. Но не в этом дело. Дело в том, что это просто вообще ужасающая ситуация. Он мне показывал свои пальцы, как его пытали в Магадане, зажимая ему в двери ногти, раздавленные ногти. Ну, я могу сказать еще один трагичный, удивительный случай. 19 лет мне было. Это был 57-й год. Мы играли на танцах. В доме журналистов, это сейчас угол Ванечкина моста, Невского и Фонтанки. А напротив дворец Белосерских. Раньше там был городской комитет комсомола. Мы играли напротив в доме журналистов, пришли комсомольцы, забрали нас всех с инструментами и с одеждой, переведели на ту сторону Невского. И каждого они допрашивали, чем-то угрожали. Мне не сказали комическую фразу. Вот то, что сейчас оркестр Миллера здесь играет на большом экране телевизора, первая вещь, которую они играют, это «Молодая сирена». Это замечательная баллада невероятной красоты. Мы также начинали наш танцевальный вечер с этой прекрасной мелодии. И один из этих типов мне сказал, если бы ты жил по времена Павки Корчагина, мы бы тебя расстреляли. Это так смешно, а сейчас в этом дворце находится музей демократии. Итак, дорогие друзья, посвящение Эдди Рознеру. Эту тему написал я. Она называется «Капли в рядом свинга». «Swing Time Drops». Oh,
есть вещи, которые невозможно отнять у человека. Итак, дорогие друзья, спасибо за внимание, что я еще... Нет, не все. Британские ученые в сотрудничестве с Академией медицинских наук провели смелый музыкальный эксперимент, проигрывая наши диски в палатах для шизофреников, беременных женщин. И это производило такой благотворный терапевтический эффект. Эти диски вот там в коридоре, они существуют еще. И кому позволяет финансовая мощь, могут их приобрести. Итак, дорогие друзья, фрагмент нашей программы «Долина блаженных», «Улицы грез» и «Обреченные на счастье» саксофоны Санкт-Петербурга. Олег Кувальцев. Максим Медведев, две замечательные девушки, Полина Виардо и Виолетта Каро, Егор Михайлов, Дмитрий Ржак, Вадим Луникин, Давид Щекин, Семен Федоров, Прохор Пумлар, Юрий Гуменев, Роман Салмазов, Андрей Ленчевский, Михаил Игнатьев, Дмитрий Смирнов, представитель итальянской диаспоры Палаццо Мазурини. Олег Дученко, Дмитрий Гусь, Артем Васильев, наши замечательные девушки Ари Буше, Франческа Диоза, счастливо избежавшие итальянские натюрмористы и Геннадий Гольдштейн! Спасибо, друзья. Спасибо. Распускайте сами. Приходите на наш концерт. Вот так, практически.